А перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также рядом с подпиской есть колокольчик, нажав на который вы будете получать уведомления самыми первыми. И, конечно же, не забываем ставить лайки. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, ребята. С вами, как всегда, Юра. И сегодня мы будем играть в игрушку, которая называется Слизарио. Ребята, ну что ж, будем червячками хавать сферы. Давно мы этого ждали. В прошлый раз мы, ребятушки, играли в Warmade EO, по-моему. Там, где кушать нужно было сладостей много и расти. Но в этот раз, ребятки, мы с вами переходим на сферы. А точнее, будем играть в Слизарио, в червячки. Так что, собственно, ребятки, поехали, посмотрим, из чего же эта игра состоит. Так, ребят, говорю сразу, в эту игру я с этой игрой познакомился уже достаточно таки давно, но все никак у меня не было просто-напросто времени в нее играть. И поэтому я все откладывал и откладывал, а на днях мой подписчик говорит, поиграй в Слизарио. Вот я решил вот так вот, ребятки, поиграть. Видите, так что любые игры, ребятки, заказываем, пишем в комментариях, какие игры вы хотите, чтобы я поиграл, я обязательно в них поиграю. Обязательно их пройдем вместе с вами, дорогие друзья. Подписывайтесь, не забывайте ставить, ребятки, колокольчик, пальчик вверх. Поехали. Так, ну что ж, ребят, давайте, наверное, похаваем. Немножко так, у нас есть ускорение даже, ребят. Так, а где же другие червячки? Мне же надо чем-то питаться. Это очень мало сфер, ребята. Мне нужны сферы побольше. Вот так вот, отлично. Мы съели только что, ребяточки, одного червячка, который здесь только что полз, и мы ему просто-напросто преградили дорогу, и таким образом мы его, ребят, съели. О, вот там еще, ребят, смотрите, мы можем его запутать. Но это такой прорворный, что он сам меня может запутать. Ай, нет-нет-нет, я только что, ребячки, чуть-чуть не врезался в другого. Так, ну что тут для меня? Кто-то вкусности оставил? Или нет? Нужно искать больших червяков, вот. Вот по типу таких, о, ребята, лоп-лоп, он меня, короче, в общем-то, съел. А что же делать-то? Это никуда не годится. Надо, ребячки, из этой ситуации исправляться как-то. Так, ну что ж, неплохо, ребят, неплохо. Так, давайте, ребяточки, пойдем, вкуснятину найдем, где-то вот надо нам... Вот надо нам на середину, ребят. Чувствую, надо нам... Вон карта, видите, справа сбоку. Ого, какой большой. Я еще маленький, я еще не дорос. Ого, меня просто-напросто съедают, ребят. Я реально не могу абсолютно ничего сделать. Меня реально быстро съедают. Вы видели, ребят, это самый большой, наверное... Так, говорю сразу, ребят, что мы играем в онлайн, а точнее, ребят, мы играем с соперниками с настоящими, не с роботами, поэтому они здесь намного умнее, чем роботы. Поэтому мне не удается, ребятчики, выиграть, потому что я новичок в этой игре, просто-напросто салага, можно сказать. О, ребят, отлично, мы только что съели одного... червячка. И теперь мы с вами съели его сферы и стали немножко намного, ребят, длиннее, чем были до этого. Только посмотрите. Вау, ребята, посмотрите, какой мы огромной длины стали. И мы светимся. Ребята, я совсем случайно врезался опять только что в червяка и просто-напросто проиграл. Ну куда же это годится-то, скажите мне. Это абсолютно, ребят, никуда не годится. Надо будет исправлять ситуацию, в общем. И... Так. Что там у нас? Так, ребят, сфер достаточно-таки много здесь. Так что, если вы надумаете играть в эту игрушку, обязательно, ребятки, пишите в комментариях, кто куда заходил, кто куда доходил в этой игре. Сможем ли мы вообще пройти эту игру? О, ребята, сфера, ай! Вот это да! Чё он такой быстрый? Я так быстро, ребятки, ползать не могу. Может, они играют с щитами? Я даже и не знаю. Надо будет посмотреть. Ну, реально, наверное, играют с читами. Ну, что, ну как по-другому еще сказать-то? Так. Давай. Куда же ты? Куда? Куда ты? Куда ты лезешь? Я не понимаю. Ну, куда ты лезешь, а?
Так, включаем Play Online, ребяточки, и погнали, ребяточки, опять вперед, опять, ребяточки, с новой песней, так что не расстраиваемся, ребяточки, идем играть дальше. Нет, он меня хочет съесть, нет, отстань от меня. Отстань, мы его обманули, съели сами его. Он хотел нас только что обмануть, ребячки, вы это видели, он просто-напросто хотел нас обмануть. Но у него с этим, конечно же, не получилось ничего. Так что, ребят. Так, ну что ж, ребячки, я предлагаю вам двигаться... А, это уже тут конец, да? Давайте двигаться будем сюда. Вот в эту сторону. Вот тут вот, я думаю, будут они. Вот какой большой. Нет. Он меня съест, ребята. Он меня съест. Да что же такое делается? Куда же катится этот мир, ребята? Куда же катится этот мир? Ай, ребята, он меня съел и забрал мои сферы. Вы представляете, такого маленького, безобидного червячка съел огромный червь, который, ребятки, заткнул, короче, мне всю калитку. Так, ребят, ну что ж, погнали. Снова, ребяточки, червячки у нас с вами. И мы продолжаем, ребятки, играть вот в Слизарио. Да что ж такое, опять врезался. Чё ж мне так не везёт-то сегодня, а? Я прям, ребятки, удивляюсь этой игре, реально. Иногда я просто смотрю на нее, думаю, как, ну вот как можно в нее вообще играть, скажите мне. Скажите мне, пожалуйста. Так, ну что ж, ребят, мы становимся все длиннее и длиннее, но все равно нам чего-то не хватает. А не хватает нам, ребята, какого-то червяка огромного съесть. Давайте где-то будем его искать. Пойдем на середину карты и найдем его, и уничтожим, и съедим. Ой-ой-ой-ой, вот он, вот какой-то огромный тут. Вот, ребята, отлично мы его уничтожили. И съели все сферы его, ну не все, те, которые нам... доступны. Ой-ой-ой-ой, совершенно случайно, ребяточки, врезался в огромного только что чувака, и он просто-напросто меня пристрелил, как вот этих зомбиков он стреляет. Так, ну что ж, дорогие друзья, наверное, давайте будем на сегодня закругляться. Как-то у меня не особенно получилось играть в Слизарио. Может, это из-за того, что я просто-напросто нуб. Может, в следующий раз у меня получится лучше. Так что, ребятчики, ставим пальцы вверх. Ребятки, кому понравилось, кому не понравилось видео, ставим дизлайки обязательно. Подписываемся на мой канал, дорогие друзья, и пишем комменты. Пока!